Всем привет! Меня зовут Дарья, и сегодня я хочу поделиться с вами одним из способов, как складывать постельное белье, чтобы оно аккуратно и эстетично смотрелось на полке в вашем шкафу. Ну что, поехали? Я покажу вам на примере двухспального комплекта постельного белья. У меня большой такой пододеяльник, я складываю его сначала пополам. И еще раз пополам. Получается у меня вот такой прямоугольник. Дальше нам удобнее будет складывать его на диване или на кровати. Затем мы кладем наволочку и складываем ее тоже в 4 раза. И кладем в серединку на наш пододеяльник. Сверху на нее я кладу вторую наволочку. Далее достаем простынь. И простынь складываем в 6 раз. Простынь должна у нас получиться по размеру меньше, чем наволочки. Вот так. Проверяем, чтобы наволочки и простынь лежали ровно посередине нашего пододеяльника. Теперь загибаем один край пододеяльника, все хорошо разглаживаем. Заворачиваем второй край пододеяльника и тоже хорошо все разглаживаем. Теперь загибаем с этой стороны, а второй край заправляем в кармашек. Все хорошо поправляем, расправляем. И у нас получается такой ровный и красивый комплект постельного белья. Такой способ складывания мне нравится тем, что белье на полке смотрится очень аккуратно. А еще, если вещи складывать таким способом, то их можно хранить вертикально и будет очень удобно их доставать. А в следующем выпуске я покажу вам два способа, как компактно и удобно хранить полотенца в шкафу. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.